Ça va? Привет. Подавив здесь восстание 4 года назад, генерал Лотар Брандт в отместку повстанцам назвал этот район Зигерштрассе, бульвар Победы. Именно здесь Жаку изуродовали лицо, а многие, очень многие борцы сопротивления пали в бою. Сегодня это лишь холодное, мертвое нагромождение бетона и стали. Что ж, удачи, девочки. Я иногда скучаю по полям, по охоте с папой. Я тоже. По вечерам с блокнотом и ручкой, и рядом, чтоб чашка холодного чая. Балдёж. Warst du während der Aufstände nicht hier? General Lothar hat danach... Ein Trupp ist auf dem Weg, Kommandant! Jawohl! Ich habe jetzt nach!
Durch, Sophie! Du stehst genau vor mir und verfehlst meine Schusslinie! Слушайте, девчата, рядом с вами автомобиль важного человека, которого необходимо устранить. Найдите ее и заминируйте. Удачи, сестра. Überall auf der Welt verändert. Einen schönen Tag noch.
Нацистские инженеры ликвидированы. Не ранили, снова в строю. Пусть подходят. Ладно, Джесс. Позицион! Спасибо, Джесс!
Sofort stehen! Yes, I'm sorry. Erstanden, Kommandant! Verstärkung ist auf dem Weg! Я в норме, блин, блин, а кто тут ходит?
Хорошо. Запомните, даже если вас убьют, вы сделали все, что могли. Многие даже не пытались. О, это так мило, Эбби. Молодцы, девчонки. Охеренная у тебя пушка, Софи. Почему нацисты зовут это бульваром Победы? Тут холодно и пусто. Говорят, несколько лет назад тут была жуткая бойня. Нацисты закатали все следы в асфальт и дали месту новое имя. Нихера себе. Ну они вообще охерели.
ein durch und durch fehlerhaftes Konstrukt, das am besten in der Jauchegrube der Geschichte verschwindet. Seien Sie kein verrückter Verräter. Sprechen Sie Deutsch. Heil Hitler! Здорово. Здорово. Oh,
Нацисты за это поплатятся, я обещаю. Охота на нацистов. Это как охота на толсторога? Ничего общего. Толстороги вызывают уважение.